сегодня у нас на обзоре модель электровелосипеда Hoverbot, Hoverbot V3 Pro. Данная модель, как вы видите, двухподвес на алюминиевой раме на 26 колесах. Жирные покрышки у нас стоят, как и у каждого фэтбайка. Данная модель электровелосипеда оснащена двигателем Bafang. Двигатель находится в кареточном узле, то есть это тоже вспомогательный двигатель. На данной модели у нас установлен большущий аккумулятор. Аккумулятор позволяет нам двигаться со скоростью до 50 км в час, ну и пробег где-то в районе 40 км. Так, сейчас мы с вами снимем батарею. Это выглядит таким образом. Здесь специальные ключи, ручка для снятия батареи. И вот так вот выглядит сама батарея. Здесь рама практически пустотелая. Емкость батареи 10,4 ампер-часов, 36 вольт. Сейчас, ну, кстати, здесь есть небольшой дисплей. На его дисплее отображается уровень заряда батареи при нажатии на кнопку. Кроме этого, на батарее есть разъем USB. Вы можете заряжать свой девайс по ходу движения. Плюс есть порт для зарядки. Все это закрывается резиновой крышечкой, что позволяет не попасть туда в воде. Так, давайте посмотрим, какое оборудование у нас на этом фэтбайке. На этом фэтбайке у нас стоят покрышки фирмы Kenda 24 и шириной 4 дюйма. Стоит амортизационная вилка. Как она работает? Вилка с блокировкой. Вилка производства фирмы Mozo. Также есть еще и задний амортизатор. Кроме этого, у нас стоят дисковые механические тормоза фирмы Tektra. Тоже наверняка знаете. Навесное оборудование, переключатель стоит от производителя Shimano, всемирно известного. Электрооборудование производства фирмы Bafang. Bafang установлен не только электродвигатель, но еще и компьютер и контроллер. То есть все электрооборудование фирмы Bafang. На этой модели 7 скоростей. Спереди стоит электромотор, поэтому звезда одна. Так как двигатель установлен в кареточном узле, здесь у нас вспомогательная система PAS позволяет двигаться с увеличенной скоростью, просто немного крутя педали. Мощность мотора на данной модели 500 Вт. Так, вот так вот выглядит дисплей фирмы Bafang, как вы видите. Здесь отображается скорость в километрах в час. Запас батареи у нас виден. Виден также пробег 3,6 км сегодня мы проехали. Также мы можем менять передачи, то есть у нас 5 режимов движения, 5 режимов помощи велосипеда. Здесь же мы можем включать свет с этого пульта управления. Им же эти настройки можно менять, включать и выключать компьютер. В общем, очень удобно, прямо при движении все это можно делать, что позволяет не отвлекаться от движения, от руления. Тут у нас еще установлен удобный звонок. А, вот еще, кстати, про фару не сказал. Фара также установлена на руле. Включаем фару. Два режима. Так вот она выглядит. Сзади у нас тоже есть фонарь. Фонарь светодиодный. Позволяет видеть велосипед в темноте. Отображать издалека. Итак, велосипед Hoverbot V3 Pro. Весит у нас 35 килограмм для электровелосипеда, да еще и двухподвеса, да еще и фэтбайка, довольно неплохо. Вот так вот он и выглядит. Вес ездока может быть до 150 килограмм.